Здравствуйте! Я великий сенсей. Я обладатель черного пояса по карате. Но он же синий. Я его синими носками постирал. Однажды наши местные бараны, увидев карате в крутом кино, с трудом поднявшись с мягкого дивана, пошли в спортмастер и купили кимоно. Внимание! Самое главное в карате – неожиданно напасть. Нашли себе додзё в уютном клубе, свои кота получше накатать. Еще канал состряпали в ютюбе, чтоб шарлатанов от БИ разоблачать. А ты хитрее, чем я думаю. Ладно, в таком случае я продемонстрирую вам прием, который я подсмотрел в кровавом спорте. Смешно, когда бараны на татами всем стадом дружно делают санчин. Бьют по мешкам копытами, рогами. Занятие достойное мужчин. Баран, не лезь в додзё бараньей мордой. Копытом макевару не стучи. Коль ты тупой, заносчивый и гордый, иди и хагакуре поучи. Витя, мой интеллект подсказал мне взять биту. Итак, внимание, прием. Тренер. Ведь мудрость людям не дается даром. Не надо быть с баранами в родстве. Вам показали блоки и удары, но скрыли что-то главное в листве. Сейчас я покажу вам, всем вам, превосходство разума над силой. Искусство боевое скрыто от тех, кто полон зависти и лжи. Не превращайте карате в корыто. Будь человеком, с головой дружи. Плевать! Мы хотели на самооборону. Я обучаю их защищаться от таких, как вы. Я мастер спорта. Я тоже мастер спорта, тренер. Я по боксу. А я по бегу. Перед спаррингом я прошу всех сдать по 500 рублей. Тренер, ну зачем по 500 рублей-то? Ну? Мне на лечение.